Отель Blue Bay. Вот так выглядит ресепшн. Привет! Смотри, какие! Тут находится комната отдыха. Бильярд. Детская комната. И кафе. Вот так выглядит номер Superior. Вот ванна. Зеркало, шкаф, сейф, чайник, кофе, чай. Телевизор. Огромная кровать. Ну, своя терраса. Не ходят номера на вот такую территорию зеленую. Все в цветах. Эта дорожка ведет к пляжу. И к ресторанам. Здесь возле бассейна находится главный ресторан. Здесь завтракают и ужинают. И бар. Ресторан выглядит вот так. Находится возле бассейна. Это один из трех а-ля-карт ресторанов, которые находятся на территории отеля. Здесь даже если питание в инклюзе, все равно все за отдельную плату. И выход на пляж. Пляж очень хороший, песчаный, сейчас прилив.
выйдет номер Junior Sultan. Такая вот большая кровать. Вот же телевизор. Сейф. Гардеробная. Это номер Junior Suite. Выглядит вот так. Также есть гардеробная, халаты, сейф. Вот такая ванная комната. Также отдельно душевая. Туалет. И вот такой вот сад. Тоже с душем. Это еще один из бассейнов. Это номер стандарт. Такая же огромная кровать, но древний телевизор. Во всех номерах есть Wi-Fi на всей территории отеля, тоже он бесплатный. Такая терраса с видом на сад. Бассейн. Чай, кофе. И гардеробная, в которой есть сейф, холодильник. Ну, а также туалет беда. И сам душ. Так выглядит номер. Мамбо! Вот так вот выглядят корпуса с номерами стандарт. Территория очень зеленая. В здешних отелях это редкость.